Андрей Иванович Еременко, 49 лет, генерал. 25 мая 1941 года. Утром я принял душ и начал пить чай. День был выходной. Меня обуревали мысли о современной войне. Я считаю, что на первый план выдвигаются танковые войска, авиации и парашютные войска. Я считаю, что в современной операции успех будет иметь те войска, которые в составе своем будут иметь крупные парашютно-десантные войска при прочих равных условиях. Я не буду здесь детализировать и подвергать анализу мои мысли, почему я пришел к такому выводу. Позже, при наличии у меня времени, я обязательно сделаю этот анализ. Поэтому я считаю, что нам нужно немедленно создать парашютно-десантные армии, по крайней мере, на Западе, и хотя бы один корпус на Востоке. Это я говорю только про 41 год, а в 42 году они должны быть обязательно увеличены. Я желал бы командовать воздушно-десантной армией в составе трех корпусов со средствами усиления. Задачу, которую получила бы армия, уж будьте уверены, я выполнил бы с честью.